Начну с предупреждения от метеорологов. Аномальная засуха в Пермском крае может превысить 50 дней. Синоптики предупреждают, третья неделя мая также ожидается очень сухой. В начале недели днем температура воздуха будет до 15-20 градусов тепла. К среде воздух прогреется до плюс 25. Тепло сохранится и в пятницу. Небольшие осадки ожидаются лишь к концу недели по северу и западу региона. На остальных территориях края к выходным длительность аномальной засухи превысит 50 дней. В связи с этим в Прикамье продолжается пожароопасный период.